Хибины приехал поезд здоровья. В Кировске уже провели прием узкоспециализированные специалисты, такие как ангиохирург и невролог-эпилептолог. 4 октября врачи из Мурманской областной клинической больницы имени Баяндина будут работать в Апатитах. Такие симптомы, как отеки, как тяжесть в ногах, беспокоят? Отеков нет. Тяжесть иногда бывает боль. Арсений Качалов – сердечно-сосудистый хирург в Мурманской областной клинической больнице имени Баяндина. Он внимательно осматривает каждого пациента. Чаще всего это проблемы артериальной и проблемы венозной патологии. Чем мы можем в первую очередь помочь? Это правильно, грамотно и своевременно определить заболевание. Определить заболевание и порядок диагностических манипуляций, которые необходимы для подтверждения нашего диагноза. Непосредственно после этого решение вопроса. Вести консервативно пациента или же ему требуется какое-либо оперативное вмешательство. В этот раз с поездом здоровья приехали 5 врачей. Невролог-эпилептолог, кардиолог-аритмолог, офтальмолог, ангиохирург, врачи ультразвуковой диагностики сердца и сосудов нижних конечностей. Михаил, скажите, пожалуйста, сложно ли попасть на осмотр к специалисту поезда здоровья? Мне повезло, я пришел на прием, и медсестра предложила записаться. То есть вот совпало просто. В следующий раз областные специалисты посетят поселки Титан и Кашва. График движения поезда здоровья можно посмотреть на сайте правительства Мурманской области.